Ну что, кто круче и быстрее? Давай! Чемпион! Тебя зовут Гуляй! Сейчас иду! В следующий раз я тебя уделаю. А могли бы вместе построить? Абсолютная победа, но какой ценой? Вы только посмотрите на эти взгляды. Отлично! Что ты забыл на моей площадке? Тебе не тесно на твоей площадке, Кулаков. Зайцев, ты у нас любитель посоперничать. Давай, сыграем. Кто слепит самый большой снежный ком, тот и гуляет на этой площадке. Всегда. Что не так, цыпленок? Что ж, накатим. Мы больше не сможем. Зато я смогу. Я сделал такой окон, который вам и не снился. Завтра снова здесь. Где снег весь? Не понял. Вчерашнего мало было? Чё глазами хлопаешь? Я сказал, что снегом, который вам и не снился. Чего хлопаешь глазами? Кулаков. Зайцев! Что вас сдвиг, то и разрушил. А зачем? Позор для школы! Такая гордость у нас была! Как он мог? Был ведь лучшим! Мы ведем прямой репортаж с проспекта Калинина, где жителям словно снег на голову свалится огромный снежный ком. Улица находится в аварийном состоянии, люди разгребают снег. Извините, что вы думаете об этом? Шуметь вот там почему? Как будто я подхожу, а там, чтобы вы понимали, огромный снежный ком. Было все в хлипком состоянии и стало еще хуже. За что вам все это? Чертов помощь хуже. Мои дорогие телезрители, матч проходит в конце, и, к сожалению, это проигрыш. Без слез нельзя на это смотреть, мои друзья. Как потенциал у нашей команды сегодня вырваться в финал. Но нападающий сегодня играл какую-то свою игру. Как же так, мои дорогие? Как же так?
Могли бы вместе построить. Что вы больше не сможете? Дайте! Это ясно. А зачем? Ну и где твой ком? Я тут видел в соседнем дворе, делаю большой ком. Уделаем их вместе.